повторяем действие, то, что делали в прошлый раз, выходим на балкон и кричим: «Поберегись!» Вот так, отлично. Вот теперь мы повесили внизу. Опа! Так, теперь нам нужно с вот этим окном разобраться. Для этого нужно взять помощника, чтобы помощник открыл окно. А, отлично. А шефом теперь нужно разбить это окно. О, отлично. Ущерб возместим. Ущерб возместим. Слышали, да? Так. Помощник уходит, остается осколок. Помощником забираем осколок. Так, а теперь шефом берем этот осколок и режем трос. Ничего не понимаю. Режем. Чудесно. Кот-то. Так лежал себе. Он думал, что ага, тут не тут-то было. Эй, привет, друзья. Итак, с нами братья-пилоты первые. Часть первая. А называется «Дело о полосатом слоне». Это самая первая часть. Будем с вами играть сначала. Извините, что начали со второй. Ой, шеф! Ужасное происшествие! Что там? Из зоопарка города Бердичева пропал слон. Что же это получается, шеф? Получается интересное дело. Какое дело? Дело о похищении слона. Слон редкий полосатый. Кличка Балдахин. Много лет содержался у иностранного торговца Карпафоса. Не выдержав побоев и обид, сбежал. Год спустя нашел приют в зоопарке нашего города. Наши слоны просто так не пропадают. Ну что, заинтересовало, друзья? Так, обучаться мы не будем, сразу будем идти. Друзья, делайте как я. Так, шефом берем чайник на пожарном щите. Теперь помощником открываем окошко. Оттуда вылетает ворона. Ха-кар-кар. Так, теперь нам нужно шефом налить водички в бочку. Что будет? Ой! Вы помните этого кота? Да, мышьяк. Ворона упустила монету. Нам ее нужно поднять. Шефом поднимаем. Так, теперь на всякий случай попробуем пробраться в зоопарк через отверстие в стене. Лупим, и что у нас получается? А там бегемот! Он задницей закрыл дырку. Да. Ну ладно, берем шефа и звоним в колокольчик. Откройте, доступ ограничен. Ну, ограничен доступ. Видео исключение. Да, это только у нас. Только у нас такое может быть. Видео исключение. Денежку дал и пошел. Так, поехали. Вон там есть пианино. Рояль в кустах называется. Шеф садится за рояль. Так, теперь помощникам нужно перевернуть странички, чтобы получилось какофония. Ай, что ты, куда ты пошел, шеф, куда ты пошел? Да елки-палки. Возвращайся, шеф, рояль в кустах. Птички поют. Ой-ой-ой, да что ж. Да, нет, это не то. Надо еще. Переворачиваем страничку. Что у нас получается? Маэстро! Да не надо! Маэстро! 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 Вот. Ну давай. Ой, во, во, во,
вот это нам и надо. Так, теперь нужно помощником стать под вот этот указатель слон переверт. Видите, значит, его кто-то перевернул. Так, и так. Нажимаем на клавиши. Вот так вот, видите, и сразу у нас табличка стала на место. Идем по направлению таблички. А мышьяк ходит, нас везде сопровождает. Ох уж, мау-мау. Так. Изучим все как следует. О, ключ нашел. И получил, и сразу же потерял. Ключ попал к кенгуру в сумку. Так, нам нужно повернуть кран. О, отлично, один раз. Теперь нам нужно пойти забрать вот там, видите, сарайчик. Забираем грабли, лейку и секатор, ножницы. Теперь нам нужно пойти и полить пальму. Вот, отлично. Видите, сразу как бананы выросли. Ох, это да! Так, теперь нам нужно помощника. А помощник сейчас получит зап. Хова, бегемот! Не бегемот, а носорог. С носорогом нужно бороться, поэтому шефом идем и ложим грабли сзади того места, где будет стоять шеф. Развалился носорог. Так, теперь. Ничего не понимаю. Ну да, это я жму, что-то непонятно никуда, ничего. Надо поставить шефа в другое место, и сейчас вернемся обратно. Так, а теперь мы помощником берем бананы. Залазим на шефа, прыгаем на пальму, едим банан. Ох, как вкусно. А теперь спелый, говорит, да? Теперь секатором. Тинь! И мы зависаем на фонтане. Ох, как. Так, теперь нужно шефом увеличить напор воды. И что из этого получится, вы сейчас увидите. Папа! Шефа снял шкуру и попал кенгуру прямо в сумку. Бежик. Ой, все, пошла укачивать ребеночка. А мы кенгуру сейчас дернем за хвост. Опа! Ключ упал. Мартишка ухватила ключ и побежала. Заходим справа. Заходим слева. Загоняем. Так, с шефом мы стали в дупло. А теперь помощник должен загнать мартышку так, чтобы она пробежала мимо шефа. Опа, видите, вот мы поймали мартышку и ухватили ключ. Все, дальше дело техники. Да, третий уровень у нас пройден. Одно из двух. Теперь здесь внимательно, друзья. Здесь нам нужно попробовать перейти переход. Что у нас не получится, естественно, от... Теперь мы возвращаемся и ждем серую машину. Как только пойдет серая машина, мы должны выйти на дорогу, и что-то тут будет. Пошли! Вот оно, вот так вот. Клюк нам подняли, и теперь нам нужно в этот клюк прыгать. Ой, бедный кот. Выскочил, убежал, так. Через дорогу мы не пойдем, слишком опасно, а пойдем в люк. Ой-ой-ой-ой-ой.
той дохлой крысы висят на трубе, нам нужно их пройти. Опа, плюх! Да, в канализации неохота купаться. И так вот так, да, проходим. Проходим, и теперь нам нужно... Куда ты пошел? Да, друзья, бывает и так, вот так вот, да. Нужно поймать период качания и проскочить. Пошел. Эй-яй-яй-яй. Чуть позже надо было идти, вот сейчас, так. Да елки-палки, да что же это? Пошли! Ну-ка, дай! Ну ничего, ничего, сейчас у нас получится. Друзья, вот так, отлично! Так, теперь нам нужно... помощником пройти сюда. Но! Да, не очень хорошо. Не очень хорошо у нас получается. Но зато вот, вот так вот. Наша... Твари! Твари, говорит помощник. Твари! Вот, отошли шефом, теперь мы можем пройти. Итак, и... Да, елки-палки, что... А, все смеются, крысы смеются. А, крысы-то не дохлые, это они специально так делают. Твари! Ну и... Пошел! И... Пошел, вот так, отлично. Молодцы, все, теперь лезем вверх. Спам-спам-спам, барам-барам-барам-барам. Ну и теперь шефом, конечно, полезли. Полезли на выход. Полезли на выход, и мы попадаем в отель. А тут у нас живет Карбофос. Не получается. Ну, все получилось, оказывается. Ха-ха-ха, вот и Карбофос. Так, здесь нам нужно что сделать? Здесь нам нужно сейчас дернуть за веревочку, откроется шторка. Берем внизу пузырек желтенький, баллончик. Так, теперь помощником. Действуем у ванной на себя. Брызгаем. Вот вылез крокодил, видите? А там на стене висит ключ. Вот нам к этому ключу надо добраться. Вот так, пшик. И забираем ключ, пока крокодил не вылез обратно. Ключом открываем замок холодильника. Да-да-да. Так, и теперь нам вот эту головоломку нужно разгадать. Друзья, здесь у каждого получается по-разному. Тут каждый раз все на разные дела. Значит, основное это нужно вот брать вертикальные, поворачивать вертикальные. Все ручки должны быть повернуты в одну сторону, горизонтально. Итак, итак, что-то у нас должно получиться. Так. Так, так. И вот так. Отлично, друзья! Да вы медвежатник, шеф! Хе-хе-хе, вот это да. Медвежатник, медвежатник. Открываем холодильник. Выбегает наш любимый кот. Мышьяк. И гордо выходит из комнаты. Таким образом он открывает дверь, иначе мы дверь не сможем открыть. Мы выходим следом за котом. Отлично, здесь нам нужно... Эй, вот там помощник Карбофоса убежал. Здесь нам нужно выключить телевизор шефом. А теперь помощник должен привязаться к этому шнуру. К электрическому шнуру. Отлично, обвязался. И пошел. Готов! Вот так-то, да.
Так, теперь пошел шаг. Поберегись. А вот видите, муха летает, стрекоза вернее. Она нам не дала перевернуться к телевизору. Берем в столе ящика, в ящике стола ракетку и прогоняем муху. Муху надо гонять два раза. Вот, теперь еще раз. Гнусный мух. Уже очень похож на стрекозу, этот гнусный мух. Отлично. Теперь мы повторяем действие, то, что делали в прошлый раз. Выходим на балкон и кричим «Поберегись!» «Поберегись!» Вот так, отлично. Вот теперь мы повесили внизу. Опа! Так, теперь нам нужно с вот этим окном разобраться. Для этого нужно взять помощника, чтобы помощник открыл окно. Отлично. А шефом теперь нужно разбить это окно. Отлично. Ущерб возместим. Ущерб возместим. Слышали, да? Так. Помощник уходит, остается осколок. Помощником забираем осколок. Так, а теперь шефом берем этот осколок и режем трос. Ничего не понимаю. Режем. Чудесно. Так лежал себе. Он думал, что ага, тут не тут-то было. Так, лезем в окно. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем прохождение игры. В следующий раз будет еще интереснее. Мы продолжим, мы будем спасать нашего, искать нашего слона. И мы его найдем. А вам, друзья, до свидания. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Мы ждем вас у нас в гостях. Всегда очень здорово видеть вас у нас.